В рамках реализации муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы в Самаре в целях обеспечения выполнения мероприятий, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий, сотрудники госавтоинспекции провели профилактические рейды по безопасности дорожного движения. Возле парка Гагарина сотрудники ГИБДД проверяли, правильно ли водители перевозят своих детей. Согласно правилам дорожного движения, детей с рождения до полугода нужно перевозить в автолюльке, затем в автокресле, если и так до 12 лет. Обычного ремня безопасности недостаточно. Они предусмотрены для взрослого человека. И если мы ребенка пристегнем, как говорится, обычным ремнем безопасности, то ремень, лямка, которая у нас проходит в области грудной клетки и плеча, у ребенка она будет находиться в области шеи. И при дорожно-транспортном происшествии и резком торможении область шеи ребенка может получить травму. Житель Самары Наталья Дьякова вот уже полтора года счастливая мама. Говорит, и мысли никогда не было рисковать жизнью сына Кирилла. Ребенка сначала перевозили в автолюльке, а сейчас в специальном удерживающем кресле. Из роддома ехали уже в автокресле, обязательно пристегнуты. С трудом мы справлялись, как его пристегнуть, потому что не подготовили же. Но обязательно в автокресле. Детское кресло от 0 до 6. Вот где-то до 7 месяцев он еще проходил по возрасту, а потом уже вот в такое пересадили. По словам инспекторов ГИБДД, в последнее время водители стали дисциплинированы и детей перевозят по всем правилам. Вот и сегодня ни одного нарушения не зафиксировали. Если смотреть несколько лет назад, то, конечно же, почти каждая машина. В настоящее время уже водители, они как бы уже стали дисциплинированы, поэтому сейчас вот при проведении таких мероприятий мы практически не выявляем максимум. Можем только дать какие-то советы. В случае нарушения правил перевозки детей предусмотрены штрафы. Физическим лицам – 3000 рублей. Должностным лицам, которые осуществляют транспортировку детей – 25 тысяч рублей. Юридическим – 100 тысяч рублей.